Всем привет! Мы на канале Супер Алекс. Сегодня я вам покажу мою муравьиную ферму и расскажу о моей коллекции засохших жуков. И теперь мы узнаем, кто выиграет этот стаканчик. Поехали! Муравьи — это самые хорошие домашние животные. Не самые, люди лучше. Это надо убирать, а за ними... Тоже. За муравьями практически не нужен уход. Но иногда надо за ними ухаживать. Сейчас мы покажем, как за ними надо убирать, там, кормить. Ухаживать. Ухаживать, да. Я вот так хочу. Собираем мусор, да? Угу. Вот это первое. И... Убирай другой. Сзади. Этого муравья тоже надо будет собрать. Тоже влажно. Влажнее, чем тяжелее сейчас. У них будет всегда уголок, где грязный. Они там уж тогда собирают. Угу. Они там всегда будут сюда. Да. Можно убрать их на мусорку. Приехал мусоровоз, выбирает. Да. Мусор. Живых тебя не убирает. Если она заползет туда обратно, сейчас в дырочку, то мы быстро уберем. Сидите теперь там. Мы это будем убирать. Прилипло. Как за брюликом надо убирать. И гораздо тяжелее, чем за брюлькой. За брюлькой только ищешь какашки и выкидываешь в пламя. Ну, более-менее чисто, да? А теперь кидаем. Что ты такое прятал для них? Ватку сладкое. С водой и мед. Ух ты, они такое кушают? Да. Хотя они любят сладкое. Теперь... А кто там живет у тебя с муравьями? Матка. Муравьи обычно. А матка-то кто такая? Вот это самая большая? Угу. Она дает яйца. А я видел там один такой маленький, вон, с яйцом. Вот солдаты есть, самые большие, которые тут бегают. Вот один бегает туда. Семечки. Они еще едят семечки. Ой, там полностью. И поэтому их называют муравьи женицы. Да. Да. А внизу стоит баночка с водой, да? Они там пьют воду. Да. Они пьют. Пьют. Пьют водичку. Вот они сами все. Матка полетела куда-то, не знаю. Они у нас находятся в темноте, поэтому для них это уже стресс. Так много света, да? Угу. Это как большой какой-то тут вылез. Да. Муравей этот солдат. А матка там, возле входа, все муравьи. Спасается. Закрываем, потому что они уже устали. Надоело уже быть на свету. Они боятся очень немного света. Подумали, что их раскопали, начали убегать. Для еды. Матка возвращается обратно. Она застряла, да? Мне кажется, она боится.
ехать. А малыши ее затягивают они. Один затягивает ее. Зачем ей наконец? Да, помогли ей забраться внутрь. Успокоились чуть-чуть. А все равно там лазят. Может поставим... Папа, может поставим декор? Кого поставим? Декор. Точно, давай. Мы ей приготовили такой вот подарочек красивый. Поставим ее здесь. Нет, уголочек. Главное, чтобы они не умерли. Они бегают теперь, понятно. Ты их будет такой крабик-охранник. Они очень красивые. Сейчас мы узнаем, кто победил в розыгрыше предыдущего видео. Да? Спасибо, что участвовали. Спасибо всем за ваши комментарии, за участие в розыгрыше. В предыдущем видео мы разыгрывали вот этот стакан. Видео про... Где скушал чили перец, да? Да. Самый больше лайков набрал комментарий от Татьяны Халилова. Мы вас поздравляем. Большое спасибо за ваш комментарий. За ваш стих красивый. Да? Так как Алекс обещал показать свою коллекцию жуков. Вот такая коллекция больших жуков. Еще не полная. Да, еще не полная. И сейчас я вам покажу, как, насколько этот и этот похож. Это золотой. Этот живой. Настоящий, вот такие вот настоящие огромные жуки, которые плавят. Скорпион. Черный скорпион. Черный скорпион. Что, таракан? Знаю, сверху. А, я вот такие. Подписывайся на канал Старалекс. Пока-пока.